Но. Ты видишь, 0 BPM. Ну. Всего Ну, зато. один объект. Найс. Зато не промажешь. Веди, веди. На 100% пройдешь. Ты еще не факт, каким, блядь. Что за нах? Боже, нахуй он мне влюбился, у него, блядь, такой голос, нахуй, укуренный пиздец. Знаю. Смотри, шарик поменял положение. Слушай, у меня палец уже устанет просто держать. Чувак, я прошел половину уже. Еще половина осталась. Черт. Как можно было это додуматься? Смотри на мою полоску здоровья. Отнимается. The fuck? Еще 30 очков есть, прикинь. А сейчас я дойду до этого белого кружочка. И у меня будет больше очков. Нет, мне кажется, кружочек от меня съёбывает. Я прошел. Да я профессионал, нах. Ты видишь это, да? Один циркуль? Лонг спиннер, шорт спиннер, слайдер. Слушай, мне интересно, эта карта. Это даже звук не нужен, я так понимаю. Да ладно, я не нет, ретри. Во, вот это на 100% прошел, молодец. Набиваем ранг нахер. Так, это что у нас будет? Новый сезон. О, покрути. Да ладно, я не могу столько крутить, слышь? И когда я пройду? О, клир. У меня уже рука устает крутить. 69 000. Можно явно больше. Реклама про ту звезду меня заебала, я, блять. Матерь их ебала. Один шорт спиннер. Ну чё, надо с матча уже пошёл играть. 9 000. Заходи в КС. Я в КС. Один слайдер. А там вообще на... слайдер. Слайдер это что у нас? Кнопочка? Нет, это слайдер. Это слайдер. The fuck? Это что-то типа, знаешь, тренировочных этих карт, что ли? Сто 120 BPM. Вот. Это еще что за нах? Дима, что это за херня?
О-о-о-о-о-о. Ну в Польше-то лучше, чем в Москве, блядь. Только главное, чтобы не узнали, что он русский. А то проблем будет! Они ж ебанутые поляки. Что за бред ты там несешь? Поясни, 33%! Тренер, не освободили бы поляков, блядь, от немцев, блядь. Проблем бы меньше было, по-моему, блядь. Дима, Раздавали бы их это там фейл. пиздец. Хорошо, 30 спиннеров. Чита. Володя, убей меня, пожалуйста, у меня разбей. Вот. Это еще что за нах? Как я должен это все проходить? У меня аж ФПС настолько жестко просел. Севопойтить. Ва, это бред. Слайдер Мейс, еще один. Севопойс пиксендал поёб. Еще раз, я даже не среагировал на него сверху. Нет. Плохо. Все равно плохо. Блять, он так в прошлый раз кишечник нахуй порвал вообще, блять. Ты вообще о чем? Дмитрий. Скажите мне, пожалуйста, а вы вообще о чем? Какой нахуй протез, зубной что ли? Да. Не, эта карта явно может чему-то получить. Например, я не ожидал, что он там свалит куда-то. Вот куда он сейчас пойдет? Наверх. Не, ну тут я явно зафейлил. Даже еще некоторые кружочки остаются. А! Не так. Ой, еще один? Да идите вы нахер. Как можно поглотить зубной О, протез? я хочу такие сложности. Стрим. Вот. Блять, люди такие тупые, блять, пиздец нахуй. Вообще не понимаю эту карту, но потренироваться на ней можно хорошо. А, нет, слайдер этот, или как его там, я забыл. Только что было написано. Боже, вот насколько люди тупые. Она не хочет жить, нахуй ты рены вяжешь, иди на 9-й этаж и прыгай с крыши 9-этажного дома головой вниз. И ты точно... Это же проще, да? Я тебе порежу вены, блядь, я жить не хочу, а меня на скорой спасут. Да вы ебанутые создания, блядь. Вы даже собственное убийство не можете продумать. Да повесься ты на веревке, блядь. Пиздец, в ахуе, блядь. Вот это, тебе знаешь, как будет... это самое тупое убийство. Ты умираешь долго и мучительно, сука. Что ты за дура, пиздец, блядь. Чувак, я тебя огорчу, это все на YouTube пойдет. Иди ты нахуй. Блядь. Хоть пиши блог. Гайд, как... как самоубийство сделать, да? Для чайников. Блять. Пиздец. О боже, сука. Ебошим гайды, блять, по самоубийству. Пиздец, блять. Ничего удивительного. Стримы, вот как это называется, точно. 222 BPM хайп. Да не удалял я этот фон, чё ты мне ноешь?
Я не знаю, блядь. Был бы я врачом, блядь, О-о-о-о! Не, ну, меня блин, бы тебе реально удалили бы потренировать нахуй. можно. А, нет, контроль теряю. Все, у меня уже пальцы болят. Еще один слайдер. Че фок? Что это за нах? Дима, что это за радуга наркоманская? Нет, не хочу. Джампа потренировать. Давай попробуем джампа. Вот только давай не резко, вот кучу. Чего? А это реально вообще? Ну, в принципе, реально. Не, блядь, мне реально стало интересно. Сейчас. Сходим на YouTube. Ты хочешь мне сказать, ты по самоубийству? Да. Идиот. Тихо. Вот, чё это за хрень? Дима, ты видишь это? Это что за прыщики? Я не знаю, что это. Чё они такие маленькие? 1/1/8. Чего? Я еще умудряюсь как-то попадать. Хорошо, я хочу посмотреть самое последнее. Чего? Ладно, давайте на... 1000 кейс. Чего мне интересно посмотреть? Даже просто... нет. О, нихера. Я не знаю, с какой надо скоростью нажимать. Кстати, а какую кнопку там увеличивать? Вступление. Ограничение вообще отсутствует. Умирать от пуль противника или надоело убивать? Есть выход. Самоубийство. Какие кнопки? Нет, не то. Скиллы, Ваня, угадай, какой надо скилл на гранату, блядь. Скриншот. Я не помню, на какие кнопки я менял эти скорость. Боже. Нет. Я не знаю, как тут надо кликать так, чтобы, блин, я Да не хочу я это! Да, человек сосед мне тоже говорит, fuck you, компьютер. Нет, слушай, я боюсь что-то. С таким названием что-то... Погоди, а сколько символов там вообще? А, вот почему факи. Мне кажется, что он просто не загрузит. Чё там по дисплею?